Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Так уж получилось, что в этом году из-за длительной засухи совсем не удалось пособирать благородных грибов. В предыдущие годы я сушила с полпакета этого добра на зиму. Но вот настал октябрь и начались долгожданные дожди. В итоге пошли опята и другие осенние грибочки, вроде рядовок фиолетовых и говорушек дымчатых. Раньше, после первичной варки грибов, я выливала темную воду в раковину, но с недавних пор не спешу так делать. А все дело в том, что соседка мне подсказала про удивительное ценное питание для растений, которое содержится в таком отваре. Конечно, я заинтересовалась этой темой и изучила ее подробнее. И действительно оказалось, что в первичном отваре от съедобных грибов есть кальций, калий, фосфор, йод, цинк, медь, марганец и витамины различных групп. Грибной отвар можно смело причислять к натуральным природным биостимуляторам роста. Им очень полезно поливать любые растения. Можно полить осенью кусты, клубнику, цветы. А для тех, у кого в доме есть домашние растения, такой отвар просто спасение. Ведь в небольшом объеме земли мало питания, и домашние растения практически постоянно нуждаются в подкормках. А после полива такие растения приобретают здоровый вид, ускоряется рост, а цветущие растения дольше и обильнее цветут. Особенно хорошо подкормить денежное дерево и декабриста осенью. В итоге, через некоторое время они отблагодарят вас мощным цветением. Но как же правильно приготовить такой отвар? Очень легко. После первой варки грибов слейте темную воду в отдельную емкость. Естественно, в ней не должно быть соли. Как только отвар остынет, разбавьте его таким же количеством воды, а после чего можно кормить растения под корень без предварительного полива. А если развести отвар 1:3 с водой, то подойдет и для внекорневой подкормки. Домашние растения ее тоже очень любят. А если оставить такой отвар на 5-7 дней в теплом месте, то в нем дополнительно образуется хороший азот и полезные почвенные бактерии. Такой настой разводите 1:3 и поливайте растения. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!